У нас гости. Под абажуром живая легенда боевых искусств Эдгар Колян. Твоя фамилия Колян, да? Она звучит особенно, знаешь, как вот в простонародье. Это как не просто имя, а такое немножко прозвище. Она такая: а, Колян, привет. Я понимаю, что людям нужно зрелище крови, и кто кого там обозвал, это интрига. Почему ты здесь остался, в Иванове, если ты звезда мирового уровня? Промерил ногу, колено, частичный разрыв мениска, связки крестообразные. Вот такой целый букет. Проходишь барьер, доводишь до того, что у тебя там уже начинается рвота. Покажу даже сейчас, не постесняюсь. Вот, порвал бицепс. Вот, но я об этом тоже не думал. Тут бицепс, руку там отбил, сжать не могу. Колено еще тут. То есть ты весь разобранный. Как я смог выйти из этого состояния? Это понимаете, это люди, когда проигрывают, они еще теряются. И так я 9 минут бился дальше. Но бой выиграл со сломом челюсти. О тренировке сверхспособностей, травмах и боли в жестоких боях, о секрете чемпиона и как после 10 лет сплошных побед пережить поражение.